Соляная пещера, друзья. Доктор Соль, лечимся солью. За 7 дней стало легче дышать, улучшился сон. Само состояние улучшилось. В основном, конечно, дыхание носом было затруднено. Особенно вот это вот ноздрё. Но сейчас нормализовалось. Доктор Соль помог. Так что всем рекомендую, у кого проблемы с дыханием, с носовым. Всем рекомендую доктор Соль. Ну, здесь вот такая вот обстановочка. Телевизор. Можно со светом, можно без света. Там соль. Концентрированная такая соль, мелкий порошок, генератор гоняет. Тут много детей бывает, игровая комната тоже вместе. Так что всем рекомендую, друзья, у кого проблемы с дыханием, всем рекомендую.